чем длиннее шнур, тем лучше. Чем короче, тем хуже. Сначала выкапываем ямочку. Можно поглубже, осторожно, чтобы не обвалить. Все, поперек засовываем, вот так. Чтобы зверь не выскочил с него. Вот так засунули его, подсунули. По своим следам желательно выходить. Поставленный вчера капкан, попалась эта лиса. В перчатках нужно брать лисицу. Бить зверя ни в коем случае нельзя. We'll be right back.